Мы снова пришли к котейке любви после того, как мы заряжали котейку подснежниками. Сейчас посмотрим. Прошло некоторое время. Котя затасковал. Как мы видим, немножко картина изменилась. И немного приуныл, но это не значит, что любовь уезжала, правильно? Сейчас мы будем обновлять котейку. Котик любви, вот так вот выглядят увядшие в разлуке подснежники, как сердца влюбленных, когда они расстаются. И лишь бубенцы вот продолжают бодрячком. Ну, бубенцы. Бубенцы любви. Обновляем котю. Сейчас мой комрад сделает все. Потому что я директор любви, есть работяги любви, и вот сейчас займется мой рабочий и сделает котю любви. Зарплату, блядь, плати. Ну не здесь же прям начать платить, не в лесу. Ну все, грустные подснежники убраны, и вот новый котя любви обновился. Весь пылает нежностью и любовью. Вот. Только такие чудеса спасут от коронавируса человечества. И когда концентрация любви в сердечке превышает концентрацию вируса, все будет хорошо. Вот. Вот это вот рецепт любви против коронавируса. Даже вот эта вот фотография, вот так если сделать, она заряжает на любовь и против вируса. То есть вы, если носите что-то подобное с собой, никакая маска... Нет, маска нужна в любом случае, блядь. И перчатки любви тоже. Перчатки любви не надо путать с перчатками для фистинга. Ну, впрочем, надо завязывать. То понесло, да? Понесло гуру любви не в ту степь. Еще раз вот котя любви. Пошлятина куда-то поехали. Потому что это уже другая тема. И другие места в этом лесу для фистинга. Это все для любви. Котя любви. Там у меня перчатки для фистинга. Ты не помнишь, что ли? Лежит сосна для фистинга и перчатки. Рукавицы для фистинга. От сосны. От сосны.